Улучшить качество жизни населения – главная цель нового трехстороннего соглашения. В планах правительства области, профсоюзных организаций и Союза товаропроизводителей и работодателей качественно новый уровень конкурентоспособности Саратовской области и ее привлекательности для инвесторов. Для этого в первую очередь необходимо увеличить доход населения. Нам принципиально важно, как для власти, сделать и создать все условия, чтобы доход на душу населения вырос в разы. Речь идет о том, чтобы приблизить стандарты оплаты труда к мировому уровню. То, что признаны во всем мире международные организации труда. Представители власти замечают, экономике области удалось преодолеть негативные последствия кризиса. С начала текущего года уровень безработицы значительно снизился, а заработная плата далеко не самая низкая по России. В настоящее время заработная плата в целом по области составляет более 18 тысяч рублей. Темпы роста номинальной 115,7, реальные 111,9 заработной платы превышают средние российские показатели. Главное новшество соглашения – коллективные договоры, которые заключаются между работником и работодателем. Они оговаривают все пункты условия труда. Теперь руководители берут на себя новое серьезное обязательство – ежегодную индексацию оплаты. Я могу абсолютно уверенно и ответственно сказать, что все члены Союза товаропроизводителей и работодателей такие договоры имеют на своих предприятиях, и все обязательства по заключенному соглашению и исполняли, и будут исполнять. Еще один важный пункт, который не остался в стороне – условия труда для тех, кто заканчивает профессиональное училище. Очень важно, что сегодня определить эту судьбу дальше, именно начального профессионального образования. И для нас принципиально важно, что здесь очень такую жесткую позицию занимают и наши партнеры, потому что сегодня это надо увязать именно с работодателями, не просто в очередной раз на рынок выходить и выпускать очередной выпуск, а здесь именно нужна понятная цель и понятная задача. Подписывают соглашение после единогласного его принятия. Теперь главная цель – сосредоточиться на точном выполнении обязательств каждой из сторон. Влада Черняева, Олег Брюков, ТВ-центр, Саратов.